устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты. Сегодня по всей России проходит единый этнодиктант. В Туве акция собрала желающих на 103 площадках, в Кызыле на базе школ и библиотек в районах. Сотрудники отдела народного творчества Республиканского центра и досуга были в числе тех, кто по условиям диктанта отвечали на 30 вопросов, которые касались культуры и традиций народов, проживающих в России, в том числе и в Туве. Ну а итоги диктанта можно посмотреть 5 ноября на сайте miretna.ru по регистрационному номеру, полученному в день написания диктанта. Мероприятие направлено на то, чтобы оценить знания о народах России, особенностях национальной культуры жителей различных регионов страны. Вопросы, как признаются участники, сложные, но интересные. Круто ты попал на ТВ, ты звезда! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся в нашей звукозаписывающей студии. Наш аранжировщик Айдар готов записывать хиты, новые песни наших участников. В этой студии будут записываться наши участники, участницы проекта. Здесь будут происходить очень интересные события. Сегодня у народного артиста Тувы Олега Сарыглара идут последние приготовления для старта проекта «Звезда Тувы-2». Самое главное – святая святых для каждого музыканта и певца. Студия звукозаписи ждет новых талантов. Напомним, что 12 лет назад в Туве провели первый музыкальный проект «Звезда Тувы». Проект получился результативным, и тувинская молодежная эстрада была пополнена новыми молодыми артистами. Как говорят сами финалисты первого проекта, участие в конкурсе для них стал большим стартом музыкальной карьере. Конечно, было сложно, но в то же время интересно тоже было. Все-таки человек должен по жизни соревноваться, как бы быть лидером во всем. И я считаю, что через конкурсы, через проекты больше человек реализовывается. Конечно, это было очень здорово, интересно. Мы там жили почти до первого концерта 1 месяц, а потом уже 3 месяца, да, мы там жили? Нет. 2? Потому что у нас же 3 концерта было. Иван Церпа? А, у нас было 2 концерта, и с разных районов были участники, было интересно. Мне очень хорошо было там «Звезда Тувы» на этом проекте выступать, ну, и я там лауреат. Вот, и потом я на большом сцене, ну, в таком уровне народ меня поддержали, вот поэтому я до сих пор на таком, как сказать, ну, уровень. У меня так большой, даже маленький, даже старый, там меня знают. Спасибо за этот проект моим друзьям и Олегу Дожилдаевичу большому огромный. Стоит отметить, что финалисты, которые сегодня стали в Туве уже звездами эстрады, будут принимать участие и во втором проекте, но уже в качестве наставников. Между тем, Звездный дом уже ждет своих постояльцев. Ну что ж, дорогие друзья, мы поднимаемся по лестнице в Звездный дом. Вот здесь у нас комната номер 1 для 4 человек, комната номер 2 для 6 человек. Тут кухня, душевая, туалет. Заходим в самую большую комнату, где будут жить 8 человек. Тут у нас деревянные, 2-ярусные, удобные большие кровати. Можно сказать, что проект «Звезда Тувы» – это детище народного артиста Тувы Олега Сарыглара. Он, как и любой творец, относится к своему проекту очень трепетно. Сегодня Олег Сарыглар провел для съемочной группы телекомпании «Новый век» небольшой экскурс по кузнице, где уже в скором будущем будут обучаться новые звезды тувинской эстрады. Вот сзади меня сцена, так скажем. Мы были уже в большом зале, а теперь мы находимся в среднем зале. Тоже вот эта сцена предназначена для репетиций и для занятий. Как говорит Олег Сарыглар, в этот раз проведение конкурса «Звезда Тувы» содействует и Министерство культуры региона. В проекте также особое внимание будут уделять молодежи из многодетных и малообеспеченных семей. Первый этап обучения мы берем все на себя, то есть проживание, питание, делаем фонограммы, потом уже как бы для финалистов мы шьем костюмы, костюмирование,
всем этим занимаемся мы. Ну, человек сюда приходит, в общем, так скажем, с улицы, в течение месяца он проходит краткосрочный курс обучения азам эстрадного, так скажем, искусства. Да? Он бы ускоренный курс подготовки, он в течение месяца должен освоить вот этот, как исполнять песню. В общем, будут и уроки по истории музыки, по хореографии, пластике, по актерскому мастерству, ну и главное, по вокалу. Сегодня первый отбор на участие в музыкальном конкурсе «Звезда Тувы-2» уже позади, но есть еще 15 мест, на которые могут попасть таланты от 17 до 35 лет. Свою работу «Тувинская фабрика звезд» начнет уже в ноябре, и буквально через месяц тувинская эстрада пополнится новыми яркими звездами. Пазымдарым углапаштан, пашкыларым ачызында, эргінчонум сет келчерен, эрті бұрлар чолду болдым, сагышырем уязында. В Туве прокуратура добилась учета электроэнергии в многоквартирных домах. Так, после проведенных прокуратурой Кызыла проверок установлено, что управляющими компаниями, акционерным обществом ТВЭнерго не принимались меры по установке общедомовых приборов учета используемой электроэнергии в многоквартирных домах. В интересах неопределенного круга лиц прокурором города в суд предъявлено 12 исковых заявлений. Вступившими в законную силу решениями Кызылского городского суда на управляющую компанию возложена обязанность один раз в год разрабатывать и доводить до граждан информацию о расходах на установку приборов и их энергетической эффективности. Суд обязал акционерное общество ТВЭнерго в течение года установить общедомовые приборы учета используемой электроэнергии в многоквартирных домах города. Итоги социально-экономического развития Тувы за 9 месяцев, а также ожидаемые итоги 2018 года рассмотрели на заседании правительства республики. В реальном секторе экономики отмечается увеличение объема промышленного производства на 3,7%, в том числе за счет обрабатывающего сектора на 12,2%, розничной торговли на 2,3%, услуг связи на 9,1%. Пищевой перерабатывающей промышленности обеспечен рост мяса почти в 3 раза, колбасных изделий на 25,4%, мясных полуфабрикатов на 14%. За счет запуска птицефабрики в Кызыльском районе практически в 5 раз увеличился выпуск яиц. Вместе с тем, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, уменьшились объемы производства пищевых продуктов, грузооборота. Правительство Тувы продолжает работу по увеличению пассажиропотока воздушного сообщения, соответственно, частоты авиарейсов. И о курсах валют: доллар стоит 65 рублей 17 копеек, евро 74 рубля 4 копейки. Кызыл, встречай! Гиббоны, лемуры, мартышки, а также туканы и большие попугаи Ара ждут вас на выставке «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. Компания «Вятские мехабелка» вновь в Кызыле. Покупай шубу и участвуй в розыгрыше немецкого автомобиля. Рассрочка до 3 лет без переплаты. Со 2 по 7 ноября в ЦУМе. Для любимого смартфона только оригинал. Сервисный центр «Просто» – это оригинальные аксессуары по удивительно низким ценам. Качественный ремонт смартфонов и ноутбуков. Кочетова 49, второй этаж, первый павильон. Не пропустите! Роскошные меха по доступным ценам. Цельная норка от 55 тысяч. С 30 октября по 4 ноября в ТЦ «Меридиан». В пригороде Кызыла 29 октября произошло убийство в одном из домов. На Вавилинском затоне было обнаружено тело 41-летней женщины с признаками насильственной смерти, сообщает Следственный комитет Тувы. Лицо, причастное к совершению данного особо тяжкого преступления, было установлено. Им оказался 38-летний, нигде не работающий, ранее судимый, супруг потерпевшей, который на первоначальном этапе расследования дал показания о том, что не причастен к совершению данного преступления. По версии следствия, 28 октября текущего года около 22 часов между супругами возникла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина нанес многочисленные удары по телу потерпевшей железным прутом и топором. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье убийства. Преступник заключен под стражу и скоро ему предъявят официальное обвинение. Уже скоро вся страна отметит День народного единства. Так, 4 ноября в Кызыле пройдут праздничные гуляния, концерты и представления. В честь этого дня 3 ноября в арт-центре Найсылал пройдет конкурс «Интернациональная семья». Ну а 4 ноября празднование начнется в молодежном парке Кызыла. Также в этот день национальные интерактивные площадки будут развернуты в музыкально-драматическом театре. В честь этой даты страна будет отдыхать 3 дня. Между тем, в социальных сетях идет флешмоб с говорящим названием «Что для вас означает единство». Темнигде куштух, тепиштигде пыжих. Точно так же, как при опоре твердо стоишь на ногах, при осознании себя частью великого народа, знаешь свою силу. Наша сила в том, что мы все вместе. Разные религии, разные профессии, и стар, и млад. Вместе мы – главное достояние большой страны России. Наша сила в любви, а наше будущее в нашем единстве. Также 2 и 4 ноября в столице пройдут мероприятия, посвященные всероссийской акции «Ночь искусств». Тувинский государственный театр кукол и Тувинская республиканская специальная библиотека для незрячих и слабовидящих проводят совместное инклюзивное мероприятие «Прикосновение к сказке». 4 ноября в Национальной библиотеке Тувы имени Пушкина пройдет показ короткометражных фильмов для детей. Также будут мастер-классы по фотобутафории, выставка репродукций, знакомство с фондами библиотеки. А вечером с 21 часа до полуночи в Тувгосфилармонии пройдет музыкальный вечер «Ночь живой музыки». В программе будет концерт известного коллектива «Тува Джаз Бэнд» с участием рок-группы «Формула». Работа клуба живой музыки, как сообщают организаторы, будет общение артистов со зрителями. На все мероприятия можно попасть абсолютно бесплатно. Строительство новых школ в Туве обсудили на рабочей встрече глава Тувы Шолбанкарол с министром просвещения России Ольгой Васильевой. По предварительным данным, новые учебные заведения появятся в селах Ишкина, Кырык и Кызылхая. Также еще одну школу для преодоления третьей смены обучения планируется возвести в Кызыле отдельно на левобережных дачах. Также в своем блоге Шолбанкарол написал, что уже намечены пути в решении завершения строительства очередного детского сада. Напомним, что Ольга Васильева посещала в Туву 1 сентября 2017 года. В рамках рабочего визита министр посетила Кызылское президентское кадетское училище, среднюю школу села Эрбек и другие объекты. Также вместе с полномочным представителем президента Сибирского федерального округа Сергеем Миняйло участвовала в торжественном открытии лицея номер 16 в микрорайоне «Спутник». Отметим, что Ольга Васильева, ранее возглавлявшая Министерство образования и науки Российской Федерации, поддержала проект строительства благоустроенной школы-интернат в селе Етал Лухемского района. На возведение объекта было выделено около 300 миллионов рублей с федерального бюджета. Школа, получившая статус республиканского учреждения аграрного профиля, официально открылась 1 сентября 2018 года. Кто сегодня стал лучшим и забрал приз радиоквеста «Замес майонез»? Конечно, тот, кто первым разгадал загадку квеста и приехал на искомое место. Сегодня загадка была сложной, однако победитель нашел приз в первые минуты. «Замес майонез»? Чтобы и вам принять участие в квесте, достаточно слушать радио «Голос Азии» ежедневно по будням с 13 до 14 часов. Ведущие объяснят все правила и расскажут, кто является партнером конкурса. На этой неделе победители получают подарки от магазина специализированной бытовой химии «Химтоп». Внимание, Кызыл, выставка «Вятские мехобелка» – новое поступление. Правильно подобранный фасон шубки выгодно подчеркнет достоинство вашей фигуры. Например, женщинам размера плюс лучше выбирать длинные модели, прямые или асилуэт, а вот мех должен быть короткий, норка подойдет идеально. Девушкам с фигурой яблочко лучше предпочесть фасоны а-ля баттерфлай. Таких моделей сейчас в меховых коллекциях множество. Кстати, благодаря поперечному крою эти шубки визуально смотрятся богаче. А вот худышкам и высоким девушкам везет, им идет прокатка.
практически все. Какую бы модель вы ни выбрали, требуйте подтверждения качества. Если мех российский, доверять можно, говорят эксперты. Наличие чипа – еще одна гарантия стоящей вещи. Ярмарка «Вятские меха» компании «Белка» – это большой выбор шуб. Норка, Мутон, Лиса. Купить шубу можно без первоначального взноса и переплатки с рассрочкой на 2 года. Кроме того, все покупатели становятся участниками большого розыгрыша немецкого автомобиля Volkswagen Polo, который состоится 12 января 2019 года. Купи шубу и выиграй автомобиль. Выставка «Вятские меха Белка» работает со 2 по 7 ноября включительно. Торговый центр ЦУМ, цокольный этаж, улица Тувинских добровольцев, 22. По республике ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой умеренный, днем местами небольшой снег. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью порывы до 14. Температура воздуха ночью минус 14, минус 16. Днем минус 4, минус 6.